Но теперь улыбаться будет практически весь зал, потому что мы с вами имеем возможность увидеть первый в истории соревновательный танец нового дуэта. Из-за небольшой травмы Аннабель Морозова и Дэвид Нарижный не сумели принять участие в контрольных прокатах здесь же в конце сентября, и поэтому сейчас сразу выходят на соревновательный лед. Встречайте на абсолютно новый дуэт Аннабель Морозов, Дэвид Нарижный. Ну что, здорово, здорово. Я вот прям первый раз вижу эту пару и хочу сказать, что пара сложилась. Пара сложилась, и когда хорошо, тогда хорошо. И на белое говорит черное, ну просто не имеет смысла. И на черное говорит белое. Тут все по факту. И да не обидится на меня Андрей. Ну вот в этом сочетании ребята смотрятся очень выигрышно, и такое ощущение, что они уже давно катаются вместе. Очень с таким классом уже хорошим я вижу, как и вот в частности и Геннадий Карпоносов аплодирует. То есть внутри себя спят специалисты, отмечают, внутри нашего круга, как говорится, отмечает большую работу. Хочется поздравить всех. И, конечно, тренерский состав, и Александр Свинин, и Ирина Жук. Я видел там Алексея Горшкова. Молодцы. Молодцы. Хороший танец, очень стильный, очень классная поддержка такая. Прям хотелось бы, чтобы ее еще раз повторили нам. Много положений. Ну, а самое главное, что ребята не выполняли вот работу, танцевали, надо выполнить, а прям купались в танце.
И вот ощущение единого танца, наверное, то, что меня прям подкупило. И это очень хороший танец, это очень хорошее исполнение. И надо радоваться, что у нас в России появилась такая замечательная танцевальная пара. Вот я слушаю это и понимаю, что не так часто видишь, что за столь короткий срок, всего лишь несколько месяцев вместе катаются эти спортсмены, так складывается дуэт, потому что бытует мнение, и мнение совершенно не беспочвенное, что для формирования серьезного конкурентоспособного дуэта требуется пара лет, а вот здесь буквально за 4-5 месяцев уже скатались. Вот как раз нам повторяют поддержку. Спасибо большое. Посмотрите, какой интересный вход. Тут же смена направления, тут же выход. Ну здорово. Сколько. И та легкость, с которой они это исполняют, вот опять же интересный элемент. И везде есть такой запас. Это очень хорошо, когда есть запас на движение. Не на максимум, а есть такой полет. Я еще раз поздравляю Иру Жук и Сашу Свинину. Ну и совсем небывало. Вы видите, что за 80 сразу широко шагают Аннабель с Дэвидом. И их результат будет очень серьезной отметкой, тем ориентиром, к которому будут стремиться остальные.